Всем привет! Мы едем за нашим принцем. Взяли с собой Ксюшу. Ксюша, ты что, не проснулась, что ли? Не хочу спать! Взяли с собой Ксюшу. Я буду держать Бонни. Ой, нет. Ксюша будет держать Бонни, а я буду держать... Как его зовут? Голд? Голд. Голд. Не знаю, как они будут себя вести. Ну и до вечера он у нас побудет, а потом отвезем обратно домой. Поехали, Бонни. Ну что? Мы уже вместе. Знакомьтесь, это Голд. Бонни сидит там, серьезная, гавкает. Он спокойненько себя ведет. Мальчик такой хороший. Такой пушистый, пушистый. Бончик спокойно сидит. Не гавкает уже. Сначала гавкала. Да, он со мной. Сидит спокойно в окошко, смотрит. Угу. Отвезите меня домой обратно. Такой он пушистый, прям пух. Он не кусается, Макс. Пернос какой-то такой. Как будто звонка мало. Макс, ну не кусается, он не кусается. Он не кусается. Не кусать. Не кусается. У нас уже Бонни проявляет интерес. Сначала гавкала на него, теперь ей интересно, кто это такой. Он нам сейчас пометит тут всю территорию. Она уже немножко начинает с ним играть, видите? Уже играть хочет. Вот так, вот так. А он не хочет с тобой уже играть, все. Мам, почему сняли поводок? Ну, пусть он бегает. Это она может убежать, а он нет. Подожди, Макс, пускай они играют сами. Голд. Мам, Голд его зовут, да? А он не убежит. Просто они запутываются. Мама, его зовут Голд? Да, Голдиги. Рыженькие песики. На, Бонни. Набегался, пушистый. Наигрался. Ну, как мячик пушистый. О! Это что такое? Я думала, это ты сделала, мама. Нет. Это он сделал, это не я. Ничего, иди сюда, Бонни, Бонни, ко мне. Ко мне, Бонни. Бонни. Собачка. Устали играть, да? Ну, хоть подружились немножко. Бонни теперь не гавкает на него. Ты думаешь, он к тебе подойдет? Он только за ней бегает. Угу. Он как хвостик за ней. Туда-сюда, туда-сюда. Я Бонни не отпускаю с поводка, потому что она может убежать. Она знает, где выход. И если она убежит, он за ней побежит. Поэтому я ее на поводочке. Уже заигрывает. Рыженькие. С рук покорми его, а то он чашку не знает. С чужой чашки не хочет. Бонни. А Бонни гавкала на него, когда он пил с ее чашки. Даже она не подпускает его к своим игрушкам. Ни к чашке, ни к игрушкам. И если я его беру на руки, она гавкает. Ревнует. Бонечка ревнует. Кушает? Да, кушает. Мы сидим, выбираем фотографии. Уже, представляете, они уже... Маргарита уже сфотографировалась с классом со своим. У нас обычно фотографируются в конце учебного года, а здесь в начале, я так понимаю, да? Вы тоже сфотографировались?
И когда будут фотографии? Нет, не знаешь? Ну, в общем, вот. И тут разные, много разных. Это вот такие вот наклейки маленькие. Потом есть вот такие вот, черно-белая и цветная. Вот такой вот портрет. Вот такая вот маленькая. Такая вот большая. Вот. Еще вот такая вот. Покажи, можно? Две маленькие, тут две такие. Можно, например, вот этот сет, и если ты еще что-то дополнительно хочешь, можно тоже. Вот эти вот наклеечки тоже. Да, с какими-то надписями. Это уже сапка. Ну, что-то знаете? Ну, 22. Общий класс я не буду показывать. Да, вот это вот все вместе 22. Без вот этой фотки. Ты не хочешь вот это брать? Только тут есть еще одна. Одна большая 8 стоит? Да, вот. Угу. В общем, тут можно собрать, выбрать, какие ты хочешь. Тут написана цена, если вот это вот. Есть она, но тут. Этот набор 26, этот набор 14. Да. Они там корчат лица. Одна фотка нормальная, вот эта, а там они корчатся. Такая вот одна. И календарики. Два календарика. Да-да. Вот это хорошая. Красить. Все, сколько вы получается? 22. Это большая одна. Тоже куда ее повесишь? Куда-нибудь повесить? Что, тебе не нравится? Почему? Ну, то папа тебе потом даст, у меня нет. Мне завтра нужно. Ну, нужно, чтобы мы сейчас поедем, и он снимет с карточки. Закончились наши покатушки. Пошел дождь. Да? Ну, сейчас быстро пройдет. Давай люк откроем. Кто-нибудь помыться хочет? Намочила. Радуга вышла, только плохо видно. А? На камере не видно. Ну, все, плохо. Поехали. Ой, осторожно. Все, поехали мы отвозить его домой. Поиграли. И хватит. Поехали. Заводи мотор. Чтобы она завелась, нужно нажать педаль тормоза. Большую педаль. Зажимаешь ее. Зажимай. До конца. А теперь нажми еще раз на кнопку. А теперь? Теперь ничего не трогай. Видишь, она на П на парковке стоит. Она не будет ехать. Газу даю. Все, теперь опять тормоз зажми. Все. Это, можно это все, что ты можешь сделать. Больше тебе ничего нельзя делать. Еще маленькая. Собачку мы отвезли. Договорились на среду, что мы ее возьмем опять на часика 2-3. Заехали мы за продуктами. Сейчас папа придет. И поедем домой. Приехали. Выгружаемся. Ой, Ксюш, тебе по голове попало? Специально. Все, пойдемте. 9 часов уже. У нас такой же паук был дома там, да? Да. Два таких. Да! Стой, заходи! Мы немножко опоздали. А что опоздали? Мы за продуктами заезжали. Ты уроки делаешь? А мы на попу. Что, так поздно? По какому? По английскому. Угу. Я списываю. Списываешь с ГДЗ? На в интернете. Деловая. Маргарита, а головой работать? Головой, головой, мозгами. Уже всех спать уложила, чуть не забыла с вами попрощаться. Это уже время, уже 12 часов ночи.
Ой, девочка тут лежит уже. Главное, на подушку ложиться, а? Бонь, вот обязательно нужно на папину подушку сверху лечь. Он потом должен в шерсти спать в твоей. Деловая. Так что, ребятки, на сегодня все. Будем прощаться с вами и увидимся в следующем видео.